Привет из Наукограда. Мы находимся на Бийской ТЭЦ. Сегодня здесь проходит уже вторая конференция «Безопасность превыше всего». В ней принимают участие молодые специалисты алтайского филиала сибирской генерирующей компании. Осталось, да? Сейчас перенесем. Наша тема – безопасное применение инструмента и приспособлений. Поскольку надо было сделать как-то метафору, для нас метафорой мы является то, что защитные очки, защитный экран – это окна в жизнь. И мы считаем, что должны быть, пусть твои окна в жизнь всегда будут целыми. Так что при работе с инструментом защищайте глаза. Мы додумаем, как бы не получится. Вовлечение именно вот рабочих, именно специалистов на местах ведет к тому, что дальше эти люди будут транслировать идеи безопасности, идеи культуры безопасности на своих рабочих местах своим коллегам. Большая часть на соликарцек и проверила движение, сделал нет. Одним из творческих заданий конференции было нарисовать метафорические плакаты на тему охраны труда и техники безопасности. Ну, собственно, вот что получилось. Ну, чем не Пикассо? Спасибо.